on the grind. Yeah, I do this all the time. Yo, wake up in the morning, go get a state of mind. I done feel so many times, but I gotta keep trying. I ain't giving up, nigga, put it all on the line. Вы смотрите канал «Ни дня на диване». На маршрутке имеется родник. Перед тем, как продолжать свой путь, а он очень длинный, поверьте, надо набрать воды. Имеется стаканчик вот тут вот такой вот. Синенький. Длиннющая. Все, воды набрали. Поехали дальше. Итак, друзья, вернулся на маршрут. Видео будет состоять из двух частей. Часть маршрута пройдена была на велосипеде. На шестой точке прервал свой маршрут. Теперь вот хочу продолжить на автомобиле. Вот сейчас вернулся на точку. И вот сейчас лежит путь дальше, к седьмой точке. Только теперь уже на автомобиле. Вот смотровая площадка пятой точки. Все, продолжаем. Вот мы на седьмой точке. Это получается место отдыха. Там вон туалет. Туалет чем интересен? Там, ну, все как положено. Там яма. Вот, есть сиденья, то есть можно там сидеть, не то что там на корточках. Вот, но интерес тем, что там насыпан торф в ящик, и после того, как сделал все свои дела, вот, засыпаешь все это торфом, чтобы запаха не было. Вот так. Вот тут туристы с Москвы приехали, я так понимаю, по номерам. Вот рядом с седьмой точкой тут вот есть кусок пустыни. Так, вот мы добрались до восьмой точки. В той стороне все еще карьер. Везде знаки, что людям туда вход запрещен. Точка 8. Место для фото. Движемся дальше. Вот в том направлении, на точку 9. We'll be right back.
Ну вот мы и добрались до 9-й точки. Дальше предстоит дорога к вершине. Ну, то есть к пику 555. Шпиль. Так называемый. Вот здесь вот еще можно сделать привал, если идем пешком. Здесь, наверное, мы и остановимся. Все-таки у этой машины есть предел. Тут, наверное, какой-то ручей. Вон оттуда мы приехали. Вон дорога. Все, дальше пешком пойдем. Вот на дороге такой вот ручеек. По дороге к шпилю. Такая вот дорога, такой вот бродик. Идем пешком, пик вон он. Потихонечку подходит к своему логическому завершению. Смотровая площадка вот там наверху. Продолжаем путь. Тут палаточный лагерь. Вон возле озера. Вот там место оборудовано. Так, ну а вот, собственно, и палаточный лагерь. Вот как все сделано по высшему разряду. Все по мосточке. Огонь, огонь. Вот тут лобное место. А, нифига себе. Ну да, да. Клёво. Я так понимаю, даже пытались сделать что-то, наверное, вроде бани. То есть вот это место, в принципе, можно обтянуть целлофаном. Ну, дополнительно еще смастерить жерди какие-то. Ну, их надо будет, наверное, привезти с собой. Здесь натопить камни, нагреть. Вот. И потом все затушить, когда камни раскалятся до нужной температуры. Затушить, чтобы дымом не задохнуться. И можно париться. Классно, классно все сделано. Получается,
на 8 палаток. Все сделано. Вот там туалет. Я так понимаю, тоже с системой торфяной. Ну и здесь вот такое вот как бы место массового пребывания. Как бы такая столовая. Ну, можно прийти сюда, какой-нибудь праздник отметить, допустим. Нет, очень-очень все круто сделано. Дальше там озеро. Возле озера пирс сделан. Ну, здесь вот помосточек такой сделан. Как бы типа пирс. Наверное, прудик подсох. А так сделано, видимо, с учетом полной воды. Ну, тут, кстати, можно вдали от всех, для отшельника, палатку поставил. Вот там палаточный лагерь. Пик. Ну и озерцо такое вот. Небольшое. Не знаю, рыбы здесь, наверное, нет. Хотя, кто его знает, надо пробовать. В принципе, вот она, 10-я точка. Да, вот с палаточным лагерем. Здесь вот можно ознакомиться с обитателями этих мест. Вон там пик горы. Вот там есть такие вот приспособления. Кто хочет, может подняться. А по маршруту шпиль, дорога дальше лежит домой. Дорога лежит назад и на 11-ю точку. Где мы уже были на велосипеде. Все, ребят, вот сейчас 7% осталось зарядки. Я понимаю, что нет фоток, как бы не считается, да, то, что не было. Я знаю, что я там был, я сейчас только оттуда слез. Это, блин, что-то с чем-то. Там деревянные стоят три пятерки, ну, то есть обозначение маршрута. И вершина эта. И ты стоишь просто в пучке облаков. Вот какие там на вершине. Не знаю, видно вам, не видно. Вот. И как назло, я выключил телефон, когда восхождение у меня было. Я поднялся, хотел сфоткаться, а телефон не включился. А сейчас спустился. 7%. Вот сейчас вам снимаю видео. Ребят, верьте, не верьте, но я там был на этой вершине. Я для себя там отметился. Не смог я включить телефон. Подвел меня телефон. Хотел оттуда фото сделать. Но, увы и ах. А, да, советую доехать до ручья, если вам машина позволяет. И оставить возле ручья машину, на карте он обозначен. Оставить там машину и чисто пройтись уже сюда пешком. Просто вот, как бы, кто хочет себя ощутить альпиниста. То есть для начинающего альпиниста это вот прям подходящий вообще вариант. Вот. Погружаешься в эту атмосферу. Вот, не знаю, видно. Вот, облака. Низко. Летящий. И вот там. Ну и как всегда, приходится покидать то или иное место.
Вот, дорога домой, все тут. Опять у горы, как вы поняли, вырубила батарею. Я даже там не договорил про тучи, которые, в которых ты там находишься на верху, на самом пике. Ну все, едем домой. Я надеюсь, без приключений. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Пока-пока.